Старин несерьезное, тоже очень такое старенькое. Не верь тому, кто скажет «верь». Он сам не знает, есть ли вера. Он это бросил, не подумав. И теперь клянет себя в твое прощение, веря. И ты прости ему, пожалуйста, прости. Он слишком прост, чтобы быть вдруг непрощенным, а он себя, считая непростым, не хочет быть неловким и смущенным. Он часто речи сыплет не в попад, и гордо улыбаясь не смеется, и умно говорит, и всех подряд честит, и умным достается. Вы молча отгоните от ушей его речей назойливую муху, а ты сама веди с ним поскромнее. Не позволяй приталенную руку, он много скажет, не заметишь ты, как станешь его сутью устремлений. Тогда шепни ему, как я делал, прости, рука сия, что значит на колени. Он сразу вспыхнет, дерзко поглядит, огонь в очах покажется суровый, и тут же неуместно замолчит, сюжет для речи выбирая новый. Сначала скажу, что-то вроде «верь, я не хотел смутить тебя нисколько, ты укажи рукой ему на дверь и возрази, и холодно, и колко. Мой друг, к чему теперь слова? Я понимаю вас отлично. У вас вскружилась голова, поскольку вам я симпатична, и вы хотели бы со мной ночь провести, тут я вам верю». Он сделается сам не свой, и вы услышите за дверью его поспешные шаги. Они слышны чуть в отдалении. Ты улыбнешься не в смущении и скажешь весело: «Чудак поверил женщине за так». Так и не вспомнил первую строчку. Представляете, это стихотворение? Сильный поэт был, сильный поэт. Да, сильный, да. Стихотворение, еще одно такое тоже полуироническое, это 85-й год. Называется стихотворение, не помню, как называется. Как хорошо сказать все плохо, когда тебе так хорошо. Че ты плакаешь, дуреха? Тебе чего, нехорошо? Не плачь, дуреха, все неплохо. А если плохо, плачь и шо? Муж убежал к твоей подруге? Но это не беда, мой друг. Ругаешь, распускаешь руки. Так отчего ж сбежал он вдруг от преданной своей старухи? От нелюбви или от скуки? Чего спросил? Ну, мой интерес. Ну, был нас воскреснить, ну и пришел я вовсе без. Ну, поросли все мозги мохом, а после двух и не пошел. Пойдем ко мне, моя дуреха. Все будет очень хорошо, да тут живу я недалеко, да я совсем уж отошел. Пусть будет и тебе неплохо. Вот сейчас приму на пасашок. Так, ну что-то я вас развлекаю какими-то этими. Надо что-то такое прочитать. Фундаментальное. Ты просто вспомнил, что старый Новый год. Да. Я давно такой не читал, поэтому дорвался. Очень замечательно. А? Очень замечательно. Ну, вообще я пишу такие лирические стихи. Стихотворение, наверное, вот о любви я вам прочитаю. Стихотворение вот такое, о любви к родине. Незакатный свет. Эпиграф из Некрасова. Вынесет все и широкую ясную грудью дорогу проложит себе. Странна жизнь. Весь мир живет под Богом, а пустое кажется святым. Только ясновидящим дорога светится сиянием золотым. Не смотри ты в зеркала земные, даже небо зеркала мутны. Все твои деяния простые, светом
и бессмертием полны. Мелочи лжи, ну что ж, не без греха мы, только в сердце ложь преодолей. Распиши небесными стихами купола над Родиной своей. Образы плывут под образами Бога, о безбожном не проси. Все пройдем, все испытаем сами в незакатном свете на Руси. Еще такое вам прочитаю. Триптих, и на этом мое выступление сегодня. Два. Что, триптих прочитаю? Два птих. Два птих. Нет. Три триптиха. Еще. А еще два. И два даптиха. Два. Эпиграф из Алексея Кольцова. Мир есть тайна Бога, Бог есть тайна жизни. Душа, как мир, непознаваема. Мир, как душа, необъясним. Грустим, когда не понимаем мы, поняв, еще сильней грустим. То, что не прожито, не пройдено, а то, что прожито, прошло. Нет, ты не станешь плоше, Родина, ты станешь лучше всем назло. Пусть сердце от тоски сжимается и боль, как пуля глубоко, но солнце жизни разливается на Божьем небе широко. За жалкие души развалины я никого не прокляну, а по России бродят каины, предавшие мою страну. Проснусь я с песней бесконечной, заре сердечно улыбнусь, а ты все кажешься беспечной от юных дум, седая Русь. Среди погод твоих привычных, среди пожаров и страстей, ты держишь путь свой необычный, презрев заветы всех вождей. И миром, проходя лукавым, под светом солнца и луны, не шлешь ты западным державам за все их подлости войны. Ты никому не держишь зависть в све за собой, не позовешь, и лишь рукой небес касаясь своей дорогой ведешь. И завершается твоё. Вот то, что сегодня Сережа говорил, что мы когда-то все будем в этом мире. Вот об этом это стихотворение. Я буду за вас молиться, и вы живите всегда, любимые души и лица, любимые сердцем, когда. Не надо людей бояться, их надо жалея любить и с неба на землю спускаться и праведно думать и жить. Даль Божия часто мне снится под светом звезды голубым небес, золотая столица, где все нам простится земным, но только любя и страдая на этой великой земле узрите вы зарево рая в седой расходящейся мгле. Спасибо.